далее говоря, как они сюда попадают. Вы их сюда привозите, что там тяжело жить в Африке, вы скажете, что да, а остальные там дети и так далее. Эти все набрались здесь знаний по поводу того, как построить водопровод и так далее. Они здесь работали на всех работах. Ну, как увольни, но работали, да. Их туда выслать, султаны из них эти знания выжмут, чтобы они там научили всех строить водопроводы, и там и останутся. Чуть они прут в таком неимоверном количестве. Они сами что? Я не пойму, как они сюда попадают? Вы их сюда завозите? Нет, правильно? А и как, через острова, через Парагвай? Не Парагвай, Парагвай, он что? Где Парагвай-то находится? В Южной Америке или это острова рядом с Северной? Там я смотрел, что Парагвай в Южной сейчас на карте. Рядом с Колумбией. Ну, что-то нет, я сомневаюсь. Как они сюда попадают? Давайте строим стену, этих надо выслать, строить стену, чтобы эти сюда не впрыскивались, а мы думали, что можно. Нет, нельзя.